В Целинном районе вакцинируют диких животных от бешенства. Напомню, согласно распоряжению главы Калмыкии, карантин по бешенству установлен на территории личного подворья, расположенного в поселке Кичинос. Причиной введения ограничительных мер стал подтвержденный диагноз бешенства у лисицы. Специалистами Целина районной станции по борьбе с болезнями животных проводится ликвидация очага. Накануне ветеринары разложили корм с вакциной на открытом участке степи, брикеты, приманки, изготовленные из съедобных продуктов, мясокостной или рыбной муки, говяжьего жира и парафина. При поедании таких приманок у животных формируется иммунитет к вирусу бешенства. Вакцина безвредна и не вызывает заболевания при употреблении нескольких доз одновременно. Бешенство – это вирусное заболевание, контагиозное, чем болеют люди, человек и животные, ну, это летальный исход. И в целях профилактики ежегодно делается, сельхозживотным делается вакцинация против бешенства, и также домашних животных, кошек, собак. Бешенство – это опасное инфекционное заболевание. Заражение человека происходит при укусе или попадании слюны бешеного животного на поврежденную кожу. По словам начальника Целинной районной станции по борьбе с болезнями животных Эрдни Альматаева, вакцинация является самым эффективным методом борьбы с опасным вирусом. Если произошел контакт с диким животным, в таком случае надо обращаться в ветеринарную службу района и в Роспотребнадзор.